43% россиян считают главной ценностью семью. Но это усредненные данные. Старшее поколение думает, что молодежь вряд ли сейчас дорожит семейными ценностями в отличие от них. Так ли это, мы выясняли на улицах нашего города. Семья? Семья, да. А для вас? Тоже семья. А почему именно семья? Ну, там ты набираешь силу. Да. И потом уже можно, ну как... Вы разворачиваетесь. Да. Надежный тул, семья. Да. Это главное. Я считаю, что любовь или добро в мире, поскольку это важно, как бы если бы люди помогали друг другу, мир бы в целом стал лучше. Так что я считаю, что добро — это самое важное, но любовь, конечно. Хорошо, а для вас? Для меня это семья, потому что это самое главное, что у нас есть. Саморазвитие, наверное. В каком плане саморазвитие? С спортивной точки зрения. Как мне говорил тренер, есть две пути. С головой, то есть по учебе и по спортивному. Если там с учебой не сложилось, то спорт. Дети. Дети все. Дети самое главное. Счастье в жизни главное, мне кажется. Удовольствие получать какое-то от того, что ты делаешь. Карьера. Почему именно она? Ну, потому что сейчас в жизни меня только карьера интересует, к сожалению. Не, ну а смысл жить, что ли, ради карьеры? Жить нужно ради семьи, мне кажется, ради своих близких. Ну и с карьеры тоже нет смысла, если нет семьи, как бы. Вот и все. Татьяна Цимпилова, зампред правительства края, имеет особый взгляд на систему ценностей. По ее мнению, эта иерархия напоминает пирамидку, стержнем которой является семья. Любой человек, в принципе, все делает в этой жизни ради своей семьи, ради блага своей семьи. Когда он вкладывает свои усилия для развития общества, для развития своей страны, это все-таки ради того, чтобы его собственные дети жили в безопасности, его собственные дети могли иметь доступ абсолютно ко всем культурным благам, заниматься любимым своим делом. Ну, все это ради своих близких. Напомним, что в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей страны. Главной целью стало сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей и защита института брака как союза мужчины и женщины. Евгения Петина, Даниил Ботвинский, Никита Дроздов, Антон Носов, РТК «Забайкалье».